Привет. У тебя есть 10 минут? Нет. Ну хотя бы 7. А ты знаешь, почему мы очень часто не имеем эти как бы лишние, спокойные 10 минут? Знаешь почему? Потому что мы очень часто говорим «нет» своим желаниям. И не можем отказать никому другому. То есть нас что-то просят, мы обязательно это делаем. Даже если не делаем, то говорим, да-да, я сделаю когда-нибудь, потом. Мы хотим быть полезными, нужными всем людям. К сожалению, на долгой основе так не работает. К сожалению, если ты умеешь говорить «нет», то жизнь превращается в какой-то ад. Становится грустно, скучно, потому что на самом деле нет времени, чтобы сделать то, что планировал. Ну и нет времени для радости, для того, чтобы наслаждаться моментом здесь и сейчас. Ты же не всегда работаешь. Бывают же моменты, когда ты можешь позволить себе отдохнуть. Почему ты это не делаешь? Ты знаешь, говорить «нет» — это искусство. И сегодня я очень хочу поговорить с тобой на языке твоего подсознания. Поговорить так, чтобы ты меня услышал, чтоб понял, что энергию, которую мы тратим, не вернуть, что эту энергию лучше направить на что-то полезное для себя. Все ведь очень просто, чтобы получить эту жить жизнью своей мечты, чтобы делать свою жизнь лучше, справляться со всеми сложностями. Все, что тебе нужно, это научиться говорить «нет». Вот так вот просто. Знаешь, когда-то еще давным-давно философы, стойки, Пик